Месячник молодого избирателя стартовал в Славянске на Кубани. Весь февраль территориальная избирательная комиссия «Славянская» будет рассказывать юным представителям электората, школьникам и студентам, что такое выборы и почему они важны. Открыл череду традиционных февральских встреч день открытых дверей в территориальной избирательной комиссии «Славянская». Его участники – славянские школьники. Цель таких мероприятий – повышение правовой культуры будущих избирателей, уровня информативности о выборах, создание условий для осознанного участия в голосовании, формирование гражданской ответственности, увеличение интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов. Заинтересовать ребят темой выборов стараются разными методами. Также мы объявили конкурс плакатов. Вот вы можете принять активное участие в этом конкурсе. Мы отправили в управление образования сейчас плакат, постановление наше или решение избирательной комиссии. И там оговорено, кто, как, для чего это все проводится. Будущие избиратели смогли познакомиться со всей работой территориальной и участковых избирательных комиссий по организации и проведению выборов. Здесь мы для вас разместили информацию, как для впервые голосующей молодежи. Что такое выборы вообще? С какого возраста вы можете выдвигаться свою кандидатуру в депутаты, на главу, на президента? С какого возраста вы можете участвовать? Во время встречи школьникам объяснили, что участие в выборах – долг каждого. Нельзя быть равнодушными к прошлому, настоящему, а главное – будущему своего государства. В завершении встречи молодые избиратели получили буклеты и памятки с наказами избирателю. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».